Тепловой контур будущего детского сада закрыт. Рабочие приступили к установке отопительных стояков и утеплению фасада. Таковы результаты строителей на площадке в Первом Советском переулке. Внимательно следит за ходом возведения детских садов руководитель районной администрации Алексей Валов. В ходе своего очередного выездного совещания он ознакомился с проделанной за последние дни работой строителей. По его мнению, бригаде в Первом Советском необходимо ускориться, чтобы еще больше сократить отставание по срокам. Куда более приятная картина на стройплощадке в сельском поселении Медвежьеозерское. Здесь на улице Юбилейная не только началось утепление фасада, но и уже вовсю идут отделочные работы во внутренних помещениях. Кроме того, строители уже провели в здании отопление. Теперь необходимо будет переключить систему на собственные ТП. Алексей Валов в целом остался доволен ходом работ, но отметил, что бригаду, проводящую утепление фасадов, необходимо увеличить. Чтобы уложиться в поставленные сроки, количество рабочих должно быть существенно больше. Утепление фасада ведется и на третьей строительной площадке в Новом городке. Будущий детский сад уже обзавелся частью фасадной отделки. Тем не менее, тепловой контур закрыт еще не везде. Это дошкольное учреждение возводится дольше всех, но положительная динамика в работе есть. После осмотра всех строящихся садов Алексей Валов назвал предварительные сроки окончания работ. По Медвежьим срок должен быть 100% практически готовность самого объекта, это конец февраля. По новому городку, дай бог, чтобы до конца марта. По Первосоветскому переулку 24, где-то середина марта. Мария Смирнова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».